Имеется эпиграф. Когда с Венеры падает листва, когда на Марсе снова задождило, Юпитер весь в рябиновом огне. Валерий Васильевич Иванов. Он тогда был президентом Академии поэзии. Москва, Никитская скамья. У перекрестка, кстати, очень. Мероприятие, между прочим, лишь через час. Листаю я очередной достойный труд. Его читать сегодня вправе, в академической оправе передо мной стихи встают. Беседа с каждым тет-а-тет, и каждый искренен со мною, а импульс общему настрою дает с обложки нам портрет. На небо взгляд перевожу. Сейчас светло еще, но слышу, как лист с Венеры лег на крышу, а Марс затянут, знать, к дождю. И кто-то сверху смотрит вниз. Его я чувствую, не вижу, но взглядом этим кто-то движет моих, касается ресниц. Неспешно к ЦДЛ иду. Раздумья, двери, сигарета. Объятий жаждет здесь планета на счастье или на беду. Юпитер глянул на ладонь. Тепло ее звучит призывно. Рисунок линий очень дивный. Так на, Юпитер, вот же, тронь. Между прожилок есть слова. Венерианская листва. Следующая работа написана практически год назад. Неоднократно мной перечитывалась, но, наверное, и до сих пор до конца неосознанно лично. Год назад. Пустыри и асфальт. Мегаполис, провинции. Из каких это слов результат налицо? А подножие цифр? А гвардейцы, полиции, кукловод никогда не бывал под лицом. Осознание – часть деклараций прописанных. Из возможных свобод ни одной не беру. В параллельных мирах, в ожерелье нанизанных, я на завтра к утру всем ключи подберу. Но откажутся все. Это вижу и чувствую. Ветер, дующий всласть, надевает хомут. К сожалению, мысль уподоблена мускулу. Откровение суть темеры не возьмут. Я не первый бунтарь. Все сценарии листаны. Благодарным бывать мне предложена честь. Стопка разных миров. Всевозможные истины. Вариации в жизни. Было, будет и есть.